уважаемые друзья, вашему вниманию мы хотим предоставить фильм по технике высшего спортивного мастерства. Ее будут демонстрировать ведущие самбисты Российской государственной академии физической культуры, члены сборной команды России по борьбе с самбо. Это те люди, которые были воспитаны в нашей школе, и сегодня они вам покажут ту технику, которой пользуются сегодня на высших соревнованиях, на международных турнирах, на чемпионатах мира и занимают достойные призовые места. Бросок через грудь в исполнении Евгения Сиденко. Чаще всего соперник наклоняется вперед, атакует броском через бедро. Проводящий скручивает рукав куртки на запястье внутрь, другой рукой захватывает пояс. Располагается в исходном положении в разноименной стойке по отношению к сопернику. Продолжая скручивать захват, прижимает руку к туловищу. Вшагивая, выводит из равновесия вперед. Садясь тазом в направлении броска, подтягивает противника к себе. Когда противник потерял равновесие, осуществляется подбив тазом с одновременным распрямлением ног в коленях. Бросок через грудь с захватом туловища и бедра изнутри. Бросок через грудь, как ответные действия при атаке соперника обвивом. Подсечка изнутри и зацеп стопой изнутри. Для выполнения подсечки используется захват за рукав и отворот куртки. Заставляя двигаться соперника по кругу, атакующий выполняет подсечку изнутри. Подсечка с захватом руки и пояса. Выполняя аналогичные движения по кругу, Евгений использовал в борьбе довольно редкий прием – зацеп стопой в разноименной голени противника. Бросок мельницы и стойки. Срывая захват соперника с своей груди, приблизиться и захватить одноименное бедро соперника изнутри. Нагружая плечевой пояс соперника тягой за ворот, положить к себе на спину. Движение отрыва противника от земли осуществлять больше ногами и распрямлением спины. Угрожая выполнением обычной мельницы, атакующий может переключиться на обратную мельницу. Комбинация броска мельницы с удержанием сбоку. Переход на рычаг колена кувырком, угрожая подхватом изнутри. Подготовка осуществляется аналогично с выполнением броска подхватом. Захват, выведение из равновесия, вход в бросок. В момент кувырка
Отпускается захват рукава и переключается на захват голени, атакуемой ноги противника. Переход на рычаг локтя прыжком. Нагружая плечевой пояс соперника, добиться реакции на распрямление туловища. Одновременно следует выполнить прыжок, садясь в полете верхом на плечо соперника. Падая головой к ногам противника, заставить его выполнить кувырок вперед. Завершить в борьбе лежа выполнением рычага локтя. Бросок под садом бедра снаружи с полусуплесом. Сближаясь, перекрыть бедром снаружи бедро соперника. Теряя равновесие назад и в сторону, увлечь соперника за собой. Скручиваясь и выходя на противника, завершить бросок. Для тех, кто собирается что, пойти в борьбу, я советую не откладывать. Иди как можно быстрее, потому что у него нет, в общем-то, возраста. Вот. Придя в борьбу, нужно как можно быстрее полюбить ковер и то, что собираешься на нем делать. Потому что борьба тебе поможет потом не только как бы, на ковре, но и в жизни. Ковер – тут та же самая жизнь. Ты сражаешься много друзей, которым тебе придется, может быть, придется пройти всю жизнь. Мой совет – никогда не уходи далеко от ковра. Бросок с захватом ноги за подколенный сгиб изнутри. Для того, чтобы эффективно загрузить атакуемую ногу, выполняется захват отворота. Заставляя противника двигаться по кругу, сделать выпад направления атакуемой ноги. Придерживая ногу соперника за подколенный сгиб, опрокинуть его, выводя из равновесия толчком, осаживаем. Можно комбинировать бросок с выполнением подсечки изнутри другой ноги соперника. Атакуемую ногу можно придержать, осуществив зацеп или подсечку снаружи. Бросок через голову в исполнении Романа Болоцкого. Осуществляя односторонний захват руки и куртки на спине, практически на боку, проводящий садится к ногам противника тазом. Одновременно с седом атакующий выполняет упор голенью. Варианты со срывом захвата и сбиванием на колено или руку соперника, угрожая зацепом снаружи. Обвив захватом рукава и куртки на спине.
Осуществляется стандартный классический захват руки под локтевым суставом и куртки на спине. Голенью подбивается подколенный сгиб с последующим зацепом стопой. Впрыгивая ногой и скручивая руками туловище противника, завершить бросок. Вариант обвива от подхвата изнутри. Комбинация обвива с удержанием сбоку. Комбинация обвива с рычагом колена. Я призываю молодых людей заниматься самбо, потому что это вид спорта. Борьба, она заставляет думать и укрепляет физически. Поэтому надо заниматься самбо. Бросок через спину с колен. Очень важно плотно зафиксировать плечо соперника. В данном случае захват выполнен с узлом плеча. Спортсмены расположены в разноименных стойках. Выводя противника из равновесия вперед, атакующий впрыгивает на колени, разворачиваясь тазом к ноге, в направлении которой осуществляется бросок. Распрямляя ноги и вращаясь через плечо, завершите атаку. Противник тянется для захвата на спине. Выполнить бросок под его руку. Зацеп голенью изнутри под одноименную ногу с падением. Противник располагается в фронтальной стойке. Двумя руками атакующий захватывает руку соперника, нагружая его. Выполняя широкий выпад, атакующий ногой перекрывает голень противника. Выводя из равновесия толчком, завершает бросок с преследованием в борьбе лежа, удержанием со стороны ног. Вариант зацепа голенью с захватом руки под плечо. Вариант зацепа голенью с нырком под руку. Вариант без захвата руками. Вариант с захватом рукава и отворота. Подхват изнутри в исполнении Олега Унгуштаева. Подхват выполняется с захватом одной рукой отворота из-под руки. Помогая свободной рукой выполнить захват отворота из-под плеча соперника. Выводя противника из равновесия вперед под себя, развернуться прыжком или шагом. Кувыркаясь вперед через плечо и подбивая ногой, завершить бросок. Свободной рукой проводящий опирается на ковер, страхуя свою голову. Бросок через голову с захватом руки на узел плеча с переходом на рычаг колена.
Вариант броска через голову, завершение в борьбе лежа, болевым приемом, обратного узла плеча. С переходом на удержание со стороны головы. Дорогие друзья, борьба самбо – это великая школа жизни. Отдайте ей все свои силы, и она отблагодарит вас. Коронным броском Руслана является подхват изнутри, или иногда называют подхват под одну ногу. Захватив рукав и отворот куртки соперника, вывести его из равновесия скручиванием. Одновременно необходимо выполнить вшагивание или впрыгивание под соперника. Продолжая скручивать туловище соперника, подбить задней поверхностью бедра бедро соперника изнутри. Вариант тактической подготовки – угроза выполнением зацепа голенью изнутри под разноименную ногу. Вторая нога при этом подшагивает сзади, создавая тем самым хорошую опору для выполнения подхвата. Вариант подготовки – угроза подсечкой изнутри. Можно выполнить подхват без поворота спиной к сопернику, направляя усилия в сторону. Бросок через спину с захватом рукава и отворота. Для качественного проведения необходимо выполнить захват рукава куртки на запястье и отворота на груди. Подшагивая, вывести противника из равновесия вперед, сбивая его на носки. Проваливаясь под соперника, распрямляя ноги и наклоняясь вперед, завершить бросок. Бросок через спину с захватом руки на плечо. Захватив разноименный отворот, Руслан рывком на себя выводит противника из равновесия. Отпуская кисть противника, подводит свое плечо под его плечо. Вход в бросок осуществляет прыжком. Бедром перекрывает таз соперника. Наклоны вперед завершает бросок. Вариант броска через спину с захватом двух отворотов. Бросок через спину с захватом отворота и разноименной руки противника. Вариант броска через спину, очень популярный в мире сейчас самбо и дзюдо, обратная спина. Захватив разноименный отворот соперника, Руслан подбивает другой локоть внутрь. Подворачиваясь, кладет соперника себе на спину, наклоняясь вперед и перекрывая рукой бедро соперника, осуществляет сброс. Еще один из коронных бросков сезона Руслана – отхват. Сближаясь с соперником, поставить опорную ногу сбоку.
плотно фиксировать локоть и отворот куртки противника, прижимая к своей груди. Вывести из равновесия назад в сторону, вынося свою ногу вперед, выполнить замах. И подбивая голенью в подколенный сгиб ноги противника, завершить бросок. Как вариант выполнения захвата, эффективен захват шеи соперника. Тактической подготовкой для выполнения отхвата может являться угроза поворотом к сопернику. Эффективен в атаке захват двух рукавов противника. Комбинация от броска через спину к отхвату. Подворот на спину позволяет вызвать необходимую реакцию и переключиться на отхват. Варианты связки от зацепа голени изнутри к отхвату. От зацепа стопой снаружи к отхвату. Уважаемые друзья, любители спортивных единоборств, для достижения высоких спортивных результатов вам необходимо иметь не только сильное физическое здоровье, но также иметь мужество и уверенность в себе. Для достижения этого вам необходимо ежедневно тренироваться и работать над собой. Борьба самбо поможет вам в достижении вашей цели. Одним из коронных бросков Андрея является бросок подножка на пятки. По направлению усилий атакующего различают переднюю, заднюю и боковую подножки. Чаще всего бросок проходит с односторонним захватом. Одной из подготовок к данному приему является сбивание защитного захвата соперника. Уходом в сторону и накрыванием плеча своей грудью происходит выведение из равновесия вперед. Используя реакцию соперника, дать ему возможность распрямиться и, подныривая головой, упереться лбом в его грудь. В практике по схожести этого движения называют иногда прием «бычок». Нога соперника перекрывается сзади голенью атакующего. Выполнив бросок, можно перейти на удержание сбоку. Одним из способов выведения из равновесия и подавлением руки соперника является перекрытие ее сверху с проведением подмышкой и захватом за отворот куртки противника, нагружая плечо соперника, перевести его на колени, давая возможность подняться, провести бросок. Одной из тактической подготовок является угроза захватом разноименной голени соперника. Он отставляет ногу и разворачивается таким образом, что создаются благоприятные условия для броска подножкой на пятки. Атакуемая нога оказывается впереди. Как вариант, толкая соперника вперед, придержать зацепом стопу и завершить подножкой. В
Следующий прием, который мы разберем, боковой переворот. Подбивая плечо соперника, атакующий подшагивает к ногам, нырком одновременно сбивая его на ногу. Выполняет захват разноименного бедра снаружи. Скидывая на бедро, сбрасывает противника на ковер. Вариантом исполнения бокового переворота может быть бросок с вращением противника по кругу в сторону захваченной руки. При попытке соперника выполнить подхват, можно бросить его контрприемом боковой переворот, убрав атакуемую ногу. При захвате бедра для бокового переворота противник часто обвивает ногу атакующего. Очень важно подтянуть плечо соперника, скручивая его туловище, наваливаясь на него грудью и не расцепляя ног, бросить противника на ковер. Бросок отхватом в исполнении Андрея Годовникова. Большое внимание уделяется подготовке захвата руки соперника в направлении броска. В данном варианте идет подготовка захвата руки под плечо. Глубоко вставляя атакующую ногу, Андрей прыжком бросает туловище вперед в направлении броска. Подбивая активно ногу соперника и кувыркаясь вперед, завершает бросок. Тактический вариант – угроза отхватом с переходом на подхват снаружи, захватом руки под плечо. Также можно выполнить прием и в обратной последовательности – от подхвата перейти к отхвату. Угрожая броском отхвата назад, удачно проходит бросок через голову с упором голенью в живот. Также с угрозой броска через голову можно выполнить отхват. Уважаемые любители самбо, спорт вообще и самбо в особенности является некой небольшой моделью жизни. Через каждодневные тренировки, общение с нашими наставниками, выступления на соревнованиях, в общем, через все то, что мы называем самбо, мы постигаем уроки, которые, несомненно, пригодятся нам в дальнейшем в нашей жизни. Бросок боковой переворот в исполнении Мартынова Михаила. Подтягивая к себе отворот, осуществляется захват куртки противника на спине в районе лопатки. Подвивом в локоть соперника убирается упор его руки. Осуществляется захват бедра противника. При выполнении захвата категорически запрещается выполнять наклон туловищем, так как соперник может опрокинуть, скручивая. Спина во время атаки должна быть выпрямлена. Грудью необходимо прижиматься к тазу противника. Атакуемую ногу соперника можно придержать, осуществив зацеп или подсечку изнутри.
При атаке соперник часто выполняет зацеп голенью. Подтягивая плечо соперника, необходимо осуществить скручивание туловища соперника. Толкая тазом таз соперника, завершить бросок, перейти на удержание верхом. Если при атаке противник выполняет обвив, необходимо выпрямить ногу и освободиться, завершить бросок. Подсад бедром при попытке противника выполнить заднюю подножку. При атаке соперника очень важно плотно прижать его к своему туловищу. Отклоняясь, подсадить соперника на атакуемой ноге. Опрокидывая назад, выполнить бросок, перейти на удержание сбоку. Боковая подсечка с заведением. При выполнении броска желательно выполнить захват руки и куртки соперника на спине. Заставляя выполнить шаг, нагружая противника захватом, догоняя атакующей ногой, выполнить подсечку. Атакующее движение ногой можно выполнить, осуществляя подсад бедром разноименной ноги соперника также с заведением. Как вариант, подсад бедром при попытке соперника выполнить зацеп голенью изнутри. Задняя подножка. Осуществляя захват куртки соперника на спине и рукава, заставляем соперника раскачиваться, перенося вес с ноги на ногу. Заводя соперника, сделать встречный шаг, глубоко вставляя стопу сзади, перекрывая голенью ногу соперника. Толчком выводя соперника из равновесия, завершить бросок. Вариант броска: задняя подножка с захватом руки под плечом. Бросок обвивом в исполнении Михаила Мартынова. Достаточно сложный, так как выполняется с полусуплесом. При выполнении приема атакующий выполняет односторонний захват руки и куртки на спине, нагружая атакуемую ногу. Голенью осуществляется подбив подколенного сгиба соперника и с возвратом проходит зацеп стопой. Подшагивая опорной ногой к сопернику и выпрямляя атакующую ногу, производится бросок. Руками атакующий скручивает туловище соперника за себя. Наша жизнь представляет нам богатый выбор. И из этого богатого широкого многообразия я когда-то выбрал самбо. Ни в коем случае об этом не жалею. Могу сказать, что если ты предан своему делу, то это дело рано или поздно будет работать на тебя.
Коронным броском Сергея является выведение из равновесия рывком скручивая. Захватив куртку соперника на спине или за пояс, Сергей делает шаг, обходя соперника. Падая назад, увлекает противника за собой. Осуществляя тягу за пояс соперника, завершает бросок. Бросок можно сочетать с подножкой на пятке, перекрывая ногу соперника своей ногой. Как вариант подготовки, сбивание руки соперника внутрь и выполнение броска вертушка. Бросок через бедро в исполнении Сергея Смирнова. Бросок через бедро, скидывая противника. Подтягивая противника к своей груди, Сергей осуществляет поворот тазом, забрасывая противника себе на бедро. Возможен вариант броска через бедро от бокового переворота, когда осуществляется захват бедра снаружи. Сбивая руку противника, атакующий выполняет шаг к сопернику. Захватив бедро снаружи, поднимает его вверх, поворачиваясь к нему спиной и наклоняясь, завершает бросок. Эффективной комбинацией является угроза выполнения броска через бедро с переходом на бросок через грудь. Бросок обратной мельницы в исполнении Сергея Смирнова. Выполнен одной рукой захват за отворот куртки противника. Затем нырком под соперника атакующий выполняет другой рукой захват разноименного бедра изнутри. Разгибаясь и опрокидывая назад, завершить бросок. Возможны варианты направления сброса соперника. При атаке можно осуществить также захват и одноименной ноги изнутри. Как вариант броска мельницы, возможно проведение контрприема при попытке соперника выполнить обвив. В ответ на зацеп голенью захватить ногу соперника и провести бросок. При сближении соперника и попытке взять захват пояса сверху на спине, можно опережая провести мельницу. Дорогие друзья, если вы чего-то хотите достичь в жизни, начните это с побед на ковре самбо. Именно эта борьба даст вам те необходимые качества, которые вам помогут в дальнейшем. Бросок через голову с упором стопой в живот. В качестве подготовки к броску используется угроза подсечкой изнутри. Для эффективного выполнения броска через голову необходимо выполнить захват рукава куртки соперника и отворота на груди. Выполнив обманное движение подсечкой, проводящий резко проваливается под соперника, мягко подводя стопу к животу. Продолжая выводить его из равновесия тягой за рукав, распрямить ногу, завершить бросок. Преследовать в борьбе лежа удержанием или болевыми приемами на руки. Бросок через спину с захватом руки и шеи соперника с падением. Предварительно атакующий выполняет захват руки и ворота соперника.
выполняя предварительные действия, подсечка изнутри, заставляя соперника поменять стойку, отставив ногу. Подшагивая как можно ближе, вывести таз, перекрывая движение сопернику вперед. Отпуская захват за ворот, плотно зафиксировать шею соперника, подтягивая голову к своей груди. Теряя равновесие вперед, завершить бросок. Подсад бедром снаружи в исполнении Дмитрия Максимова, как контрприем при атаке соперника задней подножкой или отхватом. Спортсмены находятся в одноименных стойках, выполняя классический захват рукава и отворота куртки. Противник начинает выполнять вход на заднюю подножку, подводит голень в подколенный сгиб. Первым движением защититься, наклоняясь вперед и распрямляя атакуемую ногу. Подшагнуть второй ногой и перенести на нее вес, подвивая соперника на себя и вверх, выполнить бросок подсадом. Бросок через бедро с захватом одноименной руки и пояса на спине. Выполнив захват руки и пояса на спине, осуществить обманные движения, заставляя соперника наклоняться вперед. Подвести свой таз, подсаживаясь под соперника, одновременно подтягивая руку к груди. Наклоном вперед и распрямлением ног завершить бросок. Передняя подсечка в голень или колено соперника. Для успешного выполнения подсечки желательно захватить рукава куртки соперника под мышками. Выполнив шаг сопернику, как бы уходя за него, выводить из равновесия, заставляя двигаться по кругу. Перекрыть стопой голень соперника. Продолжая скручивать плечевой пояс и подбивая стопой голень противника, завершить бросок. Как вариант подготовки, возможен вход в прием нырком под плечо соперника. Комбинации приема от боковой подсечки к передней подсечке. Вариант входа в бросок с выбиванием ноги соперника. Важнейшей задачей физического воспитания и спорта является воспитание всесторонней гармонически развитой личности. В связи с этим я хотел бы обратиться с просьбой к родителям, чтобы вы без всякой боязни приводили своих детей в различные школы разного уровня и в разные виды спорта, потому как спорт закаляет и воспитывает человека. Если вы хотите в своих детях видеть развитых интеллектуально, духовно, физически людей, приводите их в борьбу самбо. Дорогие друзья, вы просмотрели фильм «Вершина мастерства», где была продемонстрирована техника ведущих спортсменов России. Это всего лишь малая часть того, что необходимо для достижения высот. Мы будем рады, если наш опыт пригодится в становлении вашего спортивного мастерства. Успехов вам!